Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет, а сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 337. Нам нужно записать сочетательное свойство сложения с помощью букв А, Б и С, ну а затем заменить буквы их значениями и проверить получившиеся числовые равенства. И сочетательное свойство сложения записывается с помощью букв так. А плюс сумма B и C равняется A плюс E, а потом плюс C, или можно совсем обойтись без скобок, A плюс B и плюс C. Ну, да, давайте теперь буквы заменим их значениями. A равняется 9873. B равняется 6914 и C равняется 10209. Проверим свойства сочетательное сложение. Вместо А подставляем числовое значение в первую часть равенства 9873 плюс скобка. В скобке вместо B подставляем 6914, вместо C 10209. Считаем. Первое действие у нас в скобках, второе действие. Вот это вот сложение. Складываем, давайте посчитаем столбиком. 10209 плюс 6914. 9 и 4, 13. 3 пишем 1 в уме, 0 и 1 в уме, 1 и еще 1, 2. 2 и 9, 11. 1 пишем 1 в уме, 0, 6 и 1 в уме, 7 и единицу сносим. Получаем 9873 плюс 17123. Давайте тоже посчитаем столбиком. Переписываем. И считаем 3 и 3, 6, 2 и 7, 9, 1 и 8, 9, 7 и 9, 16, 6 пишем 1 в уме, 1 и 1 в уме, 2. В итоге получили 26996. Дальше во вторую часть равенства подставляем А, Б и С. Считаем такое выражение. 9873 плюс 6914, а потом к этой сумме прибавляем 10209. Первое действие у нас в скобках, второе действие, следующее сложение. И выполним действие столбик. 9873 плюс 6914. 3 и 4, 7, 7 и 1, 8, 8 и 9, 17, 7 пишем и 1 в уме, 9 и 6, 15 и 1 в уме, 16. Получили 16787 и плюс 10209. Давайте тоже выполним это действие в столбик, переписываем и складываем. 7 и 9, 16, 6 пишем 1 в уме, 8 и 1 в уме, 9, 7 и 2, 9, 6 сносим, 1 и 1, 2. Получили во втором случае тоже 26996. То есть действительно мы проверили сочетательное свойство сложения. В обоих случаях получили одно и то же число. Выполнили задание 337. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.